привет! С вами Fashion TV и я, Оксана Соловьева. Mercedes-Benz Fashion Week Russia объединяет дизайнеров, для которых мода не просто одежда, а целое искусство. Посмотрим, что интересного подготовили нам дизайнеры второго дня. Ожидать от сегодняшнего показа? Вы знаете, мне хочется окунуться в атмосферу красоты. Вот я зачем хожу на Fashion Week? Чтобы расслабиться и получить удовольствие. И посмотреть на красивых людей, на красивые одежки, на красивых женщин и мужчин. Конечно, я ожидаю, что это будет что-то новое, то, что придаст вдохновение, потому что я всегда посещаю эти мероприятия с огромным желанием, чтобы наше настроение, ведь мода отражает общее настроение, чтобы наше настроение стало чуть приятнее, чуть веселее, возможно, чуть провокативнее. Я сегодня пришел на показ своих друзей дома моды Иванова, вот, поэтому очень хочу, чтобы друзья раскрасили наши будни. Хочется что-то такое новенькое, стильное, женственное, не знаю, может быть, какая-то классика. Вот честно, не знаю, что придет в голову дизайнеру сегодня. Юля, здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам про вашу коллекцию. Ну, я думаю, что вы уже увидели, в принципе, все. А так, очень простая идея, которая носится в воздухе, ну, наверное, для меня она в этот период особенно близка оказалась. Просто потому, что в каждой женщине, в каждой девушке живет принцесса, это однозначно. Но в каждой женщине сидит маленький чертик, который не дает ей жить спокойно. И как раз то, о чем я хотела рассказать, это немножко про принцессу и немножко про чертика, а также про то, что получается, если соединить эти две противоположности. Юлечка, я желаю тебе вдохновения, чтобы никогда не исчерпалось оно, ну и счастья. Чего ты ожидаешь сегодняшнего показа? Ну, Надежда Юсупова – это тот дизайнер, который нарядил меня в шикарнейшее платье, в котором я дефилировала на своей свадьбе. Поэтому для меня этот дизайнер очень-очень важен. Но сегодня я узнала, что она для нас такую завесу тайны скрывает, что будут и вечерние платья. Это впервые, на самом деле, у нее никогда не было вечерних платьев, и я жду с нетерпением. Что-то очень красивое, роскошное, но в то же время нежное, потому что это ее стиль, ее почерк. Я очень жду чего-то прям вот очень красивого. Расскажите нам про вашу коллекцию. Вы знаете, на самом деле у меня дебют. Я впервые выступаю на Mercedes Fashion Week. Это вечерняя коллекция, и коллекция называется «Сказка Востока». Ткани, естественно, французские, я всегда их закупаю во Франции. Показ. Мне понравился показ, я неожиданно для себя на него попала, просто приехала сюда пораньше и решила посетить все показы подряд, потому что мода в России развивается и столько интересных дизайнеров, нужно быть в теме.
думаешь, вот с годами неделя моды, она в какую сторону движется вообще, улучшается, что? Безусловно, за последние несколько лет прошел глобальный рывок и глобальное развитие Mercedes-Benz Fashion Week России, даже площадка Манежа, она меняется каждым годом, все лучше и лучше. Организация на блестящем уровне, я посещаю все мировые недели моды по своей работе. Я скажу честно, что российская ничем не хуже, а то и лучше. День открылся фестивалем детской моды, а также показами Александра Рогова для BGN и модного дома Надежды Юсуповой. Вы смотрели дневники Mercedes-Benz Fashion Week Russia. С вами была Fashion TV и я, Оксана Соловьева. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. Я люблю Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.